вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Юрмала! Мы рады приветствовать вас на заключительном концерте международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2014». Как всегда, незаметно пролетели незабываемых 6 дней в Юрмале. И сегодня мы узнаем, кто же удостоился главных премий нашего конкурса. Ну, а переживать вместе с вами и ждать результатов будем мы. Очаровательная Липа. Потрясающая Анна Семенович. Стас Костюшкин. Александр Рева. Сергей Лазарев. И бессменная ведущая нашего конкурса, наша любимая Лера Кудрявцева. Ну а мы под ваши аплодисменты займем свое законное место. Громче, друзья, аплодируем ведущим. Друзья, «Новая волна» — один из немногих конкурсов, где есть победители и нет проигравших. Абсолютно верно, потому что молодые исполнители, которые приняли в нем участие, получили неоценимый опыт и по праву могут называть себя профессиональными артистами. Но в любом случае мы с нетерпением ждем результатов и итогов. А чтобы приблизить этот момент, давайте начинать. Откроет наш концерт певец, поэт, композитор, а теперь уже и продюсер Леонид Агутин. Встречайте! Не уходи далеко, не пропадай шаг за шагом. Белою дымкой легко тень исчезает, бедняк. Не уходи далеко, не покидай сожалением. Можно коснуться рукой, но не нащупать мгновенье. Не уходи. Не разбивайся, не прерывай старого вальса. Трудно любить, ежеминутно, но уходить так неуютно. Не уходи, хоть это так просто. Не погаси, ты новые звезды. Трудно сказать, как выразить сердце. Знаю одной, тебе не загреться. Не уходи далеко, не пропадай шаг за шагом. Белою дымкой легко тень исчезает, бедняк. Не уходи далеко, не покидай сожаление. Можно коснуться рукой, но не нащупать мгновенье. Не уходи, чтобы вернуться столько минут. Перевернуться столько часов ты потеряешь. Не уходи, впрочем, ты знаешь. Не уходи далеко, не пропадай шаг за шагом. Белою дымкой легко тень исчезает, бедняк. Не уходи далеко, не покидай сожаление. Можно коснуться рукой, но не нащупать мгновенье. Не уходи далеко. Не уходи, не уходи. Стига мона, стига мам, бакара.
Будьте счастливы. Спасибо. 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 Прекрасно. Обожаю быть. На сцене обворожительная, потрясающая Вера Брежнева. Встречайте. Ура. Следующий гость – выпускник «Новой волны». Один из самых талантливых, успешных и запоминающихся артистов на нашей эстраде. Верочка, здесь какая-то ошибка. Ведь я не выпускник «Новой волны», а ты говоришь явно обо мне.
Саш, поверь, на нашей эстраде много талантливых, успешных, запоминающихся артистов. Да? Бред, я бы знал это обязательно, я бы знал об этом. То есть ты не знаешь Диму Билана? Дима Билан? Подожди, я знаю его. Это, по-твоему, он успешный и талантливый? Конечно. А я с тобой соглашусь и объявлю его. Встречайте, замечательный артист Дима Билан! Добрый вечер! Хочется вашего настроения еще и еще и еще! Сегодня болен тобой, и завтра болен тобой. Я убит тобой, и воскрешен тобой вновь. Но все, что будет со мной, связано только с тобой. Я забыт тоской, я любим тобой. Ты яркое солнце, мы вниз не сорвемся и рядом проснемся. Жизнь нам улыбнется, миг светлого счастья. Мир будет вращаться, нам больше не надо. Только домик у сада, я напишу весну. Все краски соберу, сосник и розовый синий. О боже, как ты красива, я не искал слова, чтоб удержать тебя. Мы рождены летать. Hey! Сегодня болен тобой, и завтра болен тобой. Я убит тобой и воскрешен тобой вновь. Но все, что будет со мной, связано только с тобой. Я забыт тоской, я люблю. В нем мы где-то под снегом парим навстречу друг другу и нашему чуду. Снег на твоих ресницах, блеск в глазах будет сниться мне. Я верю в чудо, где мы счастливы будем. Я напишу весну, все краски соберу, красный и розовый синий. О боже, как ты красива. Я не искал слова, чтоб удержать тебя. Мы рождены летать. Сегодня болен тобой, и завтра болен тобой. Я убит тобой и воскрешен тобой вновь. Но все, что будет со мной, очень много поводов для того, чтобы радоваться жизни, в конце концов. Как ваше настроение? Можно вас услышать или нет? Вы же прекрасны, вы замечательны, вы потрясающе красивы все. Дима, Дима! Сегодня болен тобой, и завтра болен тобой. Я убит тобой, и воскрешен тобой вновь. Но все, что будет со мной, связано только с тобой. Я забыт тоской, я любим тобой. Болен тобой. Но все, что будет со мной, связано только с тобой. Я забыт тоской, я любим. Спасибо! Прекрасного вечера! Обнимаю вас сильно, пока! Дима Билан! Браво! Юбилей, артисты поют старые песни, но так как мы с вами все-таки находимся на новой волне, то сегодня Игорь Яковлевич презентует вам только новые произведения. Примечательно, что 3 дня назад президент России подписал указ о награждении Игоря Крутого орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Друзья, ваши аплодисменты. Народный артист России, председатель жюри Игорь Крутой.
если честно, я не понимаю, как эти 60 лет мои проскочили. Я чувствую себя 25-летним, не могу понять, где я, где 60. Но, тем не менее, когда проходишь границу и смотришь свой паспорт, цифры на месте, поэтому спасибо вам. Моя благодарность президенту нашей страны за высокую награду. Моя огромная благодарность вам за ваши улыбки, за ваши аплодисменты. Итальянцы говорят, композитор стоит ровно столько, сколько стоят его последние песни. То есть былые заслуги все не в счет. Поэтому я сегодня покажу несколько песен, которые в последнее время появились. Некоторые из них крутятся уже на радио, некоторые еще не исполнялись. Начну я этот мини-творческий вечер с выступления артиста. Он часто мне звонит, но раз в два года раздается звонок такого содержания. Напиши песню. Я говорю, хорошо. Напиши, чтобы она была не хуже шарманки. Я говорю, хорошо. И так, чтобы увеличился мой гонорар после этой песни. Я говорю, тоже хорошо. Николай Басков, народный артист России. Добрый вечер, Юрмала. Я хочу, чтобы в ваших сердцах всегда жила любовь к этому выдающемуся человеку, к его песням и к нам, к фестивалю «Новая волна». Все! Смотрят счастливые глаза, из-под ног убегает земля. Чувства сквозь время голося целовали любовь вороша. И ночь с луной наедине укрывали любовь, чуть дыша. И моя вишневая любовь всю весну насквозь прошла. Прожить меня не люблю, когда есть ты, нет меня. Где цвела вишневая весна моя? Не люблю, когда есть ты, нет меня. Где живет вишневая любовь? Плакали чувства любви все. Опять мы друг друга нашли. Время прошло, но мы близки. Наши души любовь сберегли. И мои мысли, не скупясь, говорили, не бойся, найди. Моя. Не люблю, когда есть ты, нет меня. Где живет вишневая любовь? И все на-на-на. Нет меня, где живет
твоя любовь. Вишневая любовь. Кстати, мы забыли сказать, стихи Михаила Гуцериева. Игорь Крутой, Николай Басков. Юрмала заканчивается, а ваши аплодисменты хочется запомнить. На стихи Михаила Гуцериева прозвучит и вторая песня. Эта песня была написана к фильму «Тетрадь мамы первоклассника». И все думали, кто может исполнить эту песню. Должна была исполнять самая лирическая певица нашей эстрады. Мы искали, искали и нашли. Это замечательная Алсу. Счастье ты мое. Спасибо большое. Игорь Яковлевич, спасибо вам за ваши песни. И я хочу поздравить вот этого молодого красавца с юбилеем, который будет через 2 дня. Я желаю вам крепкого здоровья и продолжайте нас радовать и писать спасибо. Замечательные песни. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Алсу. По соседству от меня рос один мальчишка. Профессионально музыкой не занимался, но влюблен был в музыку по-сумасшедшему просто. Элвис Пресли его кумир, Том Джонс его кумир, Хампердинг его кумир. И рос он на этой музыке, рос и вырос большого певца, который сейчас нравится всей молодежи
и который на сегодняшний день решил исполнить одну из моих новых песен. Песня эта называется «На чистоту». Написал ее Игорь Николаев, стихи. А исполнит ее для вас Эмин. Крышу нашего дома пышный вновь покрывает снег. Утро, сказка растает, мудрый все это знает. Счастье, видимо, не для всех. Как в первый раз смотришь в глаза, так что мне взгляд отвести нельзя. На чистоту я хочу сказать тебе, ты одна в моей судьбе. Я боюсь упустить мечту, но для тебя я давно уже чужой. Останемся с тобой, так скажи мне это на чистоту. Знаешь, как я люблю, ты знаешь, медленно отпускаешь, словно кораблик вновь. Жаль, что ангелы наши отвести нельзя. На чистоту я хочу сказать тебе, ты одна в моей судьбе. Я боюсь упустить мечту, но для тебя я давно уже чужой. Мы расстанемся с тобой, так скажи мне это на чистоту. На чистоту я хочу сказать тебе, ты одна в моей судьбе. Я боюсь упустить мечту, но для тебя я давно уже чужой. Мы расстанемся с тобой, так скажи мне это на чистоту. Спасибо, дамы и господа. Эмин. Игорь Якович крутой, потрясающийся. Спасибо Игорю Николаеву за потрясающие стихи, очень дорогие моему сердцу. Спасибо, спасибо. Эмин, Эмин. В этом году состоялось событие, вышел фильм. Замечательный фильм, смешной фильм «Любовь в большом городе 3». Одну из главных ролей, роль Святого Валентина, сыграл Филипп Киркоров. Да, ну у каждого, причем он там получал по полной, и вот так, и так. У каждого Святого Валентина должна быть своя выходная ария. И вот эту арию мы написали с Игорем Николаевым. Причем писали...
на расстоянии, я ему отправил музыку. Я говорю, ты где? Он говорит, я из Японии вылетаю в Иркутск. Я говорю, времени нет, пока долетишь, должны быть стихи. Вот из Иркутска он уже продиктовал стихи этой песни, и получилась такая песня, которую исполнит наш святой Валентин Филипп Бедросович Киркоров. «Радость моя». Наша. Игорь, сегодня это цветы твои. Твое. Все твое. Игорь Николаев. Ну поднимись, маэстро. Какой я счастливый. Какие у меня потрясающие авторы. Спасибо, Юрмала. Спасибо, Игорь. Филипп Киркоров.
сейчас. Я представлю на ваш суд очень серьезную песню такую, в моем понимании, потому что как-то мы сидели вместе и обсуждали тему, сколько много сирот в наших странах и что мы можем на нашем уровне даже помочь. И мы решили написать песню для певицы, для которой эта тема тоже не просто в стороне, она сама оказалась в достаточно сложной ситуации жизненной. Поэтому для всех сирот, которые существуют, с пожеланием того, чтобы у них появились рано или поздно родители, мы написали с Игорем Николаевым песню, которую исполнит Ани Лорак. «Снится сон». Хор детской новой волны и Ани Лорак. Как оленята добрые, гордые, дети без папы, без мам. Души свои от всех прятали, но доверялись нам. Снится сон, мама за руку возьмет и с собой навсегда отсюда ведет. Мы пойдем с ней по морю из цветов, и во сне я отдам ей всю свою любовь. Скоро рассвет, скоро развеются эти волшебные сны. Дети верят, дети надеются, что будут мамам нужны, если мы все сами помолимся, сбудется этот сон. Снится сон, мама за руку возьмет и с собой навсегда. Хор новой волны. Наверное, самая большая аудитория, которая услышала следующую песню, наверное, у меня другой песни такой и не было, потому что это песня, которая заканчивала Олимпиаду в Сочи.
самое главное событие, наверное, этого года. И нам с Игорем Николаевым посчастливилось написать песню, которая заканчивала закрытие этой Олимпиады. Мы, понимая всю серьезность, работали скрупулезно над этим произведением. Мы решили его написать в стиле кроссовер, в жанре кроссовера. И сейчас ее вам покажем в исполнении детского хора «Детской новой волны» и лауреата международного конкурса Яны Меликаевой. 60, что вы хотите. Yeah.
Спасибо большое. Игорю Крутому. Спасибо большое, Юрмала. Благодарю. Яна Меликаева, Игорь Крутой. Спасибо. И хор детской новой волны. Браво! Яна Меликаева, Игорь Крутой. Ну а сейчас немного о наших информационных партнерах. Кто не смог посмотреть новую волну, слушайте новости о конкурсе в своем автомобиле в эфире Авторадио. Все подробности новой волны 2014 вы сможете найти на страницах журнала Hello. Знаменитый журнал о знаменитых людях. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас наступает самый торжественный момент. Мы начинаем церемонию награждения. Конкурсанты на сцену! Сона Рубинян, Армения. Гледис Дамарис, Германия. Нуца Бузаладзе, Грузия. Семон, Израиль. Антонио Маджо, Италия. Алишер Каримов, Казахстан. Трио Стайл Микс, Кыргызстан. Моника Линките, Литва. Лидия Исаак, Молдова. Тайшан Колкуит, Соединенные Штаты Америки. Виктория Петрик и Вячеслав Рыбиков, Украина. Стас Шуринс, Латвия. Юлия Плаксина, Надар Реве и группа О. Генри, Россия. Ваши бурные аплодисменты молодым талантам. За эти дни они их заслужили. Каждому из конкурсантов мы вручаем дипломы участников финала новой волны 2014. И памятные подарки и цветы. Я думаю, им не верится, что все подошло к концу. Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену председателя оргкомитета конкурса «Новая волна» Александра Шенкмана. И наше звездное жюри в составе Лаймы Вайкуле, Игоря Николаева, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова и председателя жюри Игоря Крутого. Итак, дорогие друзья, специальный приз от национального музыкального телеканала Муз-ТВ вручает Леонид Агутин. Друзья, это как раз тот приз, который невозможно подержать в руках, кроме вот этого диплома. Этот музыкальный канал первый возник в России как именно национальный музыкальный канал. До этого были только импортные варианты. И это большая честь, я считаю, получить такой подарок и именно на этом канале получить ротации своей песни. И награждается этим почетным призом Надар Реве. Вау, Надар Реве! Надар Реве! Награждается специальным призом от канала Муз-ТВ. Великолепный певец, и пусть это ему поможет прославиться и начать свою действительно карьеру. Вперед надо. Браво, спасибо. Следующий приз, важный приз. Приз зрительских симпатий вручает Филипп Киркоров. Кого же выбрали зрители, Филипп? Мне очень приятно вручать, на мой взгляд, одну из самых ценных наград, потому что все, что мы делаем, все, что вы делали, это делали вы для того, чтобы публика получала удовольствие и аплодировала вам, и она это все эти три конкурсных дня вы делали, это просто гениально. Вам особые аплодисменты, и это ваш приз. И именно... Я счастлив, что он уйдет в руки потрясающей певицы из страны, очень гостеприимной, очень теплой.
песня, которую вы исполняли во втором туре, она затронула все сердца, не только всех сидящих здесь в Динтере, но и всех тех, кто смотрели этот конкурс по телевидению. Песню из солнечной Армении. И это Сона Рубинян. Сона Рубинян, Армения! Приз зрительских симпатий! Пятое вручение третьей премии, а именно «Хрустальной волны» и денежного приза от конкурса в размере 20 тысяч евро, мы приглашаем председателя оргкомитета конкурса «Новая волна» Александра Шенкмана и Игоря Николаева. Когда этот скромный юный паренек выходил на сцену, и когда начинались первые секунды песни, вдруг он превращался в человека могучего совершенно, который брал полностью и аудиторию, и жюри, и совершенно покорял нас своей искренностью, своим голосом. Вячеслав Рыбиков, Украина. Вячеслав Рыбиков, третья премия. «Хрустальная волна» и 20 тысяч евро. Вячеслав, я тебя поздравляю с потрясающей победой. Это победа. И поздравляю Украину с таким потрясающим мальчишкой. Вячеслав Рыбиков, Украина, третья премия. Для вручения второй премии «Хрустальной волны» и денежного приза от конкурса в размере 30 тысяч евро приглашаем к микрофону уже вышла Лайма Вайкуле. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер всем. Я аплодирую, у меня руки заняты всем участникам конкурса. Ребята были потрясающие. Но молодость, талант, удача посетила именно Викторию Петрик. Виктория Петрик! Я тебя поздравляю. У тебя это за талант, это за молодость, а это 30 тысяч евро. Вперед, аванс себе! Виктория Петрик! Ну а сейчас для вручения специальной премии мы приглашаем на сцену Аллу Пугачеву! Это замечательно, когда есть шанс показать свое искусство, свой талант. Приятно получать премии, но, наверное, еще приятнее просто, что тебя заметили. Потому что иногда человек получает на конкурсе гран-при, а потом его не слышно и не видно. Сколько это было в моей жизни, я знаю таких людей. А бывает так, что совсем, может быть, не очень заметный артист, который не совсем, может быть, показался так, как бы он хотел, но потом становится истинным музыкантом, истинной звездой. И я хочу свою премию «Звезду» Аллы дать двум исполнителям на этом конкурсе, за которыми я следила. Они мне очень нравятся. Первый исполнитель из Латвии – Стас Шуринс. Очень хорошие глаза, грустные и умные. Считай, что ты добьешься своего. Ты потрясающий музыкант. Да. Много я тебе дать не могу денег, но 20 тысяч евро потяну сейчас. 20 тысяч евро. Специальный приз. Первый специальный приз от Аллы Пугачёвой уходит Стасу Шуринсу. Латвия. Браво. И, конечно же, на мой взгляд, потрясающая певица
очень музыкальная, красивая. Я просто в восторге от ее выступления, особенно последнего. Это, конечно, я не знаю, какое-то открытие вот для меня, потому что я давно-давно из Литвы ничего не слышала. Моника Линките. Моника Линките, Литва. Яра Мергичка. €20 000. €20 000. Гуляйте, ребята. Моника Линките, Литва. Специальный приз от Аллы Пугачевой. Ваши аплодисменты. Алла Пугачева. Щедрая и справедливая. Дорогие друзья, ну и наконец, для вручения первой главной премии «Хрустальной волны» и денежного приза от конкурса в размере 50 000 евро мы приглашаем народного артиста России, председателя жюри Игоря Крутого. Ну, Алла Борисовна сказала, какая несчастная судьба ожидает гран-при обычно. Хочу, чтобы эта традиция была нарушена, чтобы у нашего сегодняшнего гран-при была счастливая судьба, чтобы были аншлаги, были песни, был успех. А для тех, кто умеет в столбик складывать и пользоваться калькулятором, уже, конечно, не секрет, кто победил. А для тех, кто не умеет, сообщу. Нутца Бузавадзе, Грузия! Ну что ж, друзья, наградите их овациями. Они уже вошли в историю как участники «Новой волны» 2014. Но наш вечер продолжается, он не заканчивается. И сейчас мы с огромным удовольствием приглашаем на эту сцену очаровательную певицу Ёлку! Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом, нарисуй мне землю, и нас навсегда вдвоем. Нарисуй мне небо, нарисуй мне дождь, нарисуй мне белым, белым все, для чего живем. Меня всегда быть налегке. Ключи от дома, мелочи, без звука телефон. Пешком по улицам, рука в руке. Я хочу простых вещей, и главное с тобой. С тобой. Я с тобой. Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом, нарисуй мне землю, и нас навсегда. Нарисуй мне дождь,
всем молчать. Звучит так громко, словно мы последний раз живем. Учи меня так ярко рисовать. Тысячи простых вещей, и главное с тобой. Я с тобой. Я с тобой. Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом, нарисуй мне землю, и нас навсегда вдвоем. Нарисуй мне небо, нарисуй мне дождь, нарисуй мне белый, белый, все для чего живем. Спасибо вам огромное! Браво! Несравненная Ёрка! Спасибо! Ваши аплодисменты! Спасибо, спасибо! Наш следующий исполнитель, дорогие друзья, встречайте, Александр Коган! Если идет сердцу прохлада,
Спасибо, Юрмала. Спасибо. Александр Коган. Кто не смог посмотреть «Новую волну», слушайте новости о конкурсе в своем автомобиле в эфире «Авторадио». На сцене Наташа Королева! Весною по соседству солнце яркий свет и нежный блеск луны тянет в абрикосовое детство. Снятся абрикосовые сны. Первых тайных встреч, любви стыдливый опыт. 20 лет любовь на глупости щедра. Слушали с тобой небесный шепот и гуляли с ветром до утра. Южные ночи короткие очень, звезды шептали, ты моя, твоя. Робкие плечи и южные ночи, наша любовь. Абрикосовая, наша любовь. Абрикосовая, наша любовь. Абрикосовая. Без границ. Только все прошло, мы повзрослели. Где моя принцесса, где мой принц? Где-то далеко с весною по соседству солнце яркий свет и нежный блеск луны тянет в абрикосовое детство. Снятся абрикосовые сны. Южные ночи короткие очень, звезды шептали, ты моя, твоя. Робкие плечи и южные ночи, наша любовь. Абрикосовая, наша любовь. Абрикосовая, наша любовь. Абрикосовая. Южные ночи короткие очень, звезды шептали, ты моя, твоя. Робкие плечи и южные ночи, наша любовь. Абрикосовая, наша любовь. Абрикосовая, наша любовь. Абрикосовая. Наташа Королева! Спасибо, Наташа. На сцене обладатель второй премии «Новой волны» 2014 Виктория Петрик, Украина. И ее сестра, победительница детской «Новой волны» 2010 Настя Петрик. Спалені мости у безмежну даль. Ми ж берегали ми самоти, теще ріка печаль. Ми ж берегали ми самоти, теще ріка печаль. А колись кохання тут текла ріка, з вечора до рання, чиста і стрімка. З вечора до рання, чиста і стрімка. Нашого кохання тут і край.
залистия, росте боку трава. І ніжна пісня солом'я серце не зігріва. Там, де розстались я і ти, на жаль, на жаль, на жаль, між берегами самоти тече ріка печаль. Ирина Дубцова и легендарная Любовь Успенская. Он любил меня когда-то вот так же. До безумия, до слез, до мурашек. И горела костель огнем, и чужие мечты о нем были пусты. Но ты... Я искала эту бездну так долго. Без него я словно небо, без Бога. Тебе не ответит сам, только ответа в его глазах. Правда твоя, там я. Я смирилась с одиночеством ночи. Он однажды и твоей не захочет. Он вернется, и я пущу. Он попросит, и я прощу. Обиды пусты, а ты... Я беспомощно тону в этой страсти. Не проси меня вернуть твое счастье. Проклинаешь, а я молюсь. Не добидишь, а я люблю. Бог нам судья, а я... я тоже его люблю. Распята душа, живу еле дыша. Я тоже его люблю, расплакаться.
Ирина Дубцова и Любовь Успенская. Дуэт жены и любовницы. Спасибо. Спасибо большое. Ирина Дубцова. Спасибо, спасибо. В костюмах жены и любовницы. Он твой, нет, он твой. Он мой. Премьера песни «Буду с тобой» на сцене Дзиндери. Лев Лещенко, народный артист России. Встречаем бурными аплодисментами. Выбираю тебя, ну а ты выбираешь меня. Может быть, что осталось, если некуда бежать? Этот сладкий плен мне не избежать. Ты словно медленный яд, меня изводишь. Звонишь день ото дня, но не приходишь. Что мне дальше делать, как мне дальше быть? Если не могу я тебя забыть, огнем или снегопадом буду с тобою рядом. Что бы ты ни думала, я не отступлюсь. Дождем или водопадом буду с тобою падать. Что бы ты поверила, не остановлюсь. Цену словам, но мне так надо доверять глазам. Когда ты рядом, мне легко найти, просто потерять. Если хватит сил, чтобы удержать. Огнем или снегопадом буду с тобою рядом. Что бы ты ни думала, я не отступлюсь. Дождем или водопадом Спасибо вам огромное. И сейчас мне так понравилось, я не хочу уходить со сцены. Я хочу пригласить на эту сцену дебютанта «Новой волны», но моего большого друга. Он сейчас выйдет на сцену, и мы с ним жахнем еще одну песню. Пожалуйста, проходите. Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте. 5 дней подряд я честно был зрителем. И вот сейчас мне просто очень приятно видеть вас с этой стороны. Какие вы красивые. Юрмала, ура! Спасибо. 20 лет назад мы с Левой записали песню. Ну, такая была шутка. Песня с юмором. Больше ко мне относилась. И вдруг прошло 20 лет, и она обрела эта песня совсем другой
смысл. Мы ее сейчас с Левой споем. А самое главное, а вам уже решать. Да, а вам да. Я желаю добра, мира в вашем доме. Любящий вас Владимир Винокур и Лев Лещенко. Спроси, что было на Крещатике крещение Руси. Эй, славяне, москали и киевляне, нам ли с вами родину делить? Неужели наставишь пушку на свою жену-хохлушку? Лучше буду я ее любить. Скажи мне, братец, честно, ты от чего косой? От сала и горилки, или водки с колбасой? Мы пьем с тобою вместе все 300 лет уже, и твой вареник с вишней мне сильно по душе. Эй, славяне, москали и киевляне, нам ли с вами родину делить? Неужели наставишь пушку на свою жену-хохлушку? Лучше буду я ее любить. Всегда мы вместе с вами громили басурман, и нас на это дело вел общий атаман. Подобным с атаманами слегка не повезло, но мы-то башковитые врагам своим назло. Эй, славяне, москали и киевляне, нам ли с вами родину делить? Неужель наставишь пушку на свою жену-хохлушку? Лучше буду я ее любить всем сердцем. Неужель наставлю пушку на свою жену-хохлушку? Лучше буду я ее любить. Эй, славяне, москали и киевляне, нам ли с вами родину делить? Неужели наставлю пушку на свою жену-хохлушку? Лучше буду я ее любить всем сердцем. Неужели наставлю пушку на свою жену-хохлушку? Лучше буду я ее любить. Лучше буду я ее. Браво! Спасибо! 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 Спасибо и вам! Владимир Винокур, Лев Лещенко! Спасибо! Она великолепная красавица, умница! Лорак! Вот и все. Снова как в
спектакль прошел. Кто остался, кто просто ушел. Без обид, но сжимая в тиски свою боль до конца. Все красиво считаешь до ста. Так обманчиво, так холодно. В эту ночь ты опять. Спасибо, Юрмала. Спасибо за этот праздник музыки. Будьте счастливы! Заслуженная артистка России с премьерой песни «Крылья» Кристина Арбакайте. Встречайте! Я порой не понимаю, как так можно жить, не надеясь, не мечтая, всем сердцем полюбить. Просто в суете тщеславной гнаться за удачей. Я не буду, это для меня ничего не значит. Сердце чистые страницы бережно храня. Я ждала тебя и знала, что ты ждешь меня. Так бывает, да бывает, два сердца как одно. И мне это чувство в жизни испытать дано. У меня есть крылья, у меня есть свет в глазах, неземные силы, и меня боится страх. Это потому что ты со мною, милый, потому что я всем сердцем полюбила. В непонятном направлении я так долго шла, и в зеркальном отражении были боль и мгла. Но теперь в конце тоннеля появился свет. Ты на все вопросы в жизни для меня ответ. У меня есть крылья, у меня есть свет в глазах, неземные силы, и меня боится страх. Это потому что ты со мною, милый, потому что я всем сердцем полюбила. Не оставляя на потом ни капли счастья, мы вдвоем, душа как птица
над землей. И когда с тобой у меня есть крылья, у меня есть свет в глазах, неземные силы, и меня боится страх. Это потому, что ты со мною, милый, потому что я всем сердцем полюбила. У меня есть крылья, у меня есть свет в глазах, неземные силы, и меня боится страх. Это потому, что ты со мною, милый, потому что я всем сердцем полюбила. У меня есть крылья, у меня есть крылья. Неповторимая Кристина Арбакайте. Первой премии международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2014» Нуца Бузаладзе, Грузия! Leads me up to the sky. That was my way, oh.
победительница новой волны. Спасибо. Нуца Бузалаца. Друзья, ваши аплодисменты. Встречайте, Рики Мартин! Music. Music. Superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Come on! She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life. She'll take away the pain like a bullet to your brain. Come on! She's living la vida loca. Living la vida loca. Woke up in New York City in a funky chip hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a slipping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. And once you had a taste of her, you'll never be the same. Yes, she'll make you go insane. Come on now. She's living la vida loca. Living la vida loca. Come on, love is feeling. Come on now, God. Come on now. That's right, that's right, that's right. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life. She'll take away the pain like a bullet to your brain. Come on. She's living a vida loca. Авторадио. Следите за новостями и подробностями конкурса в эфире Авторадио. Дорогие друзья, вот и пролетели эти 6 коротких дней, которые мы провели с вами здесь, в Юрмале, вместе с новой волной. Но поверьте, что полученных за эти дни впечатлений хватит на целый год. Как раз до следующей новой волны, которую мы все будем с нетерпением ждать. А сейчас мы приглашаем на эту сцену всех гостей и конкурсантов новой волны.
для того, чтобы исполнить песню, которую специально для конкурса написал Игорь Крутой. Под ваши аплодисменты! До свидания, Юрмала! Песни лета, песни света, музыка тепла. Я люблю твои рассветы, Юрмала. За волной всегда приходит новая волна. Так устроена жизнь, и все мы в ней как волны. Всегда приходит новая волна. Так устроена жизнь, и все мы в ней как волны. Юрмала, самки на песке падают на счастье к нам с небес. Звезды добыла, сказка но прошла. До свидания. Поздравляю вас. До новых встреч. До встречи.